Итак, непосредственно к посеву. Вот я заготовила такой ящик. Вот такой он ящик, обычный, из-под фруктов обычно бывает в маркетах. И вот я вниз, значит, постелила подложку под ламинат, которая идет тоненькая, прям тоненькая, для того, чтобы там было теплее все-таки растением расти. Далее я, значит, обтянула вот так ящичек при помощи скотча. Пленкой армированной у меня остаточки оставались, и я ее пустила в это дело. Вот ящик готов. Сейчас я буду туда накладывать грунт. Да? Да? Моя помощница. Моя помощница. Она всегда со мной. Да? Какой грунт я использую? Я вот покупала вот готовый почвогрунт. Вот он так выглядит. Здесь 50 литров. Я брала в Леруа Мерлен. Значит, что в его составе? Торф, речной песок, известняковая, доломитовая мука, древесные волокна, минеральные удобрения с микроэлементами. Значит, и какие питательные элементы есть? Значит, азот, фосфор, калий, магний, гуминовые вещества. И pH у него от 5,5. Покажу вам. Вот он. От 5,5 до 7. То есть это идеальный грунт, который подходит для любых растений. Ну и, конечно же, для рассады. Так, я наполнила ящик грунтом, проделала бороздки при помощи вот такой линеечки, сделала сначала вот такие движения, определила бороздочку, а потом уплотнила, сделала бороздку плоской. Вот, и так вот весь ящик. Сейчас я аккуратненько бороздочки проливаю. Так, бороздки я пролила в ящики. И сейчас я этот ящик унесу в тепличку на улицу. Если вас вы делаете в квартире, можете вынести на балкон или на лоджию, но туда, где холод, потому что вот эта влага, которую мы с вами сейчас дали растениям, ой, не растениям, извините, грунту, вот этот грунт, он должен схватиться, как бы подмерзнуть. Только после этого я буду сеять. Как только он затвердеет от холода, вот эти бороздки пролитые, я потом буду сеять туда семена. Вот такие семена я буду высевать сейчас. Это, конечно, в большинстве случаев это астра, американская красавица, ода страсти, седая дама, праздничная, так, и астра кремхильд. Далее гацания муза, алисум, фиолетовая королева, рудбекия и рудбекия пурпурная. И если у меня войдет в этот ящичек, еще я посею капусту, сибирячка номер 60, амагер 611 и надежда. Итак, бороздки затвердели. Видите? Я сейчас вот так вот прямо, у меня ложечка есть, я вот так проведу, чтобы тут не было сильных комочков, уберу.
освежу бороздки, но они твердые, очень твердые. Как раз шли морозы. И это было как раз мне на руку. Вот прям вот видите, тут трещинка образовалась. Ну, я ее быстренько сейчас заделаю. Все, освежила я бороздки. И приступаю к посеву. Открываю прям первую астру. Вот это американская красавица. Пакетики всегда открываю вот с этой стороны. Уже привыкла так, что удобно. Чтобы вся информация была сохранена. Ну, пакетики даже. И вот я высыпаю на руку. Ну, достаточно приличное количество. И начну так, с какого края лучше, чтобы вам виднее было. Ну, вот прямо отсюда и начну сеять. Сею очень густо. Я потом вблизи вам покажу. Потому что, ну, сами понимаете, частично могут, конечно, не взойти. Вот, я надеюсь, видно, как я посеяла. Вот эти семечки. Производитель не поскупился, я хочу сказать вам, не пожадничал. И хорошо положил в пакете семечек, достаточно большое количество. Поэтому у меня немножко планы, конечно, поменялись. Я здесь засею полностью ящик этот астрой. И сделаю еще один такой же ящик. Он у меня есть в наличии. Наполню его также землей. Так что сейчас я заполняю полностью семенами. Что я делаю дальше? Вот здесь у меня припасена, ну, чуть-чуть, слегка влажная кокосовый субстракт. И немножко я добавила вот этой же земли, грунта. И сейчас я прям немножечко, прям самую малость буду присыпать то, что я посеяла. Помните, вот видите, вот я поставила маячки. Промаркировала я пакетик под номером 1 у меня идет. И вот 4 бороздки у меня вот. Вот, надеюсь, видно маркировка. Вот палочки я поставила с единичками. И вот сейчас я прям беру вот так вот. И в общем прям засыпаю вот так вот. Общей массы. Она прижмется в процессе. Я не толстым слоем кладу. Кокосовый субстракт, он вообще очень легкий по своему составу. Поэтому семечку проращиваться не составит никакого труда. Оно пробьется. Это легкий достаточно и воздухопроницаемый материал такой, так что все будет хорошо. Ну все, следующую бороздку и так я до конца сделаю. Дальше что я делаю, чтобы ваше внимание долго не задерживать? До конца я проделаю эту работу и унесу назад в тепличку. И все. Если бы сейчас у нас оттепель идет, нулевая температура конкретно сегодня. Если будет такая оттепель стоять, значит, я ничего сверху делать не буду. А если пойдут морозы, я могу дополнительно накрыть снегом, чтобы сильно не промерзало. Конечно, весной первое, что нужна влага. И поэтому этот снег, он будет в тепличке, конечно же, он быстрее будет таять. И это сразу же будет влага, которую будут получать наши семечки. И они будут пробуждаться к всходам. Под зимний посев ящик цветов закончен. Сейчас ящик отправляется в теплицу. И я с ним прощаюсь до весны. Весной буду ждать всходов. Надеюсь, было вам видео полезно и интересно. Кто хочет, присоединяйтесь тоже.
сейте все возможно. Даже если вы живете в квартире, можно то же самое проделать и отнести на балкон или лоджию. Главное, чтобы там было холодно. Ну все, всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите пожелания и комментарии. Буду рада всегда пообщаться с вами. И до новых встреч!